Но приходил травить, блядь, он говорил, спокойствие, только спокойствие. Дело-то житейское, блядь. Лужу разливал, блядь, постоянно. Хорош. И потом говорил, я, говорит, блядь, мужчина, блядь, в расцвете сил. Ну вот у нас... А, все, фу. Нихуя. Меня на замену перекинут? То я тут кого? Это... Маг единственный в рейде. Да нет, сиди, Султан. Увы, ты маг единственный в рейде. Милишников перекинут, скорее себя тянет. Да. Вообще сразу на замену плюсовать такое себе. Да, как будто бы... Нельзя плюсовать есть. Сразу на замену. Люблю щиты, сколько там, 16 давал на сурке, да? Как не плюсовать на замену, если, грубо говоря, где те люди, которые так рвались в основу на первый день СВК 25 гер, где они? Хьюстон, хуёво слышно, да, ужас. Минус 50 нахуй сразу. Он улетает от нас, даже по... Да, скажем, а ультрадруль, он... Что ультрадруль? Привет. Этот, он не хил разве? Ну, за место меня, нет? Он вроде кот был. А у тебя что, лаги? Он ретру с хилом. Нет, у меня все нормально. Ой, с котом. Не знаю, можно синтека на замену, в принципе, там не хилит, не дамажит. Здорово, бандиты. Здорово, здорово. Костя. Лакин, что это, даже жаба еще и по воде прыгает, да? Ой, там трэш. Ну трэш, да, трэш обновился. Как бы. Поэтому я вас всех звал пораньше, типа, давайте это, трэш побьем. Ой, да зачем, блядь, не фу, пальцы, блядь, мы не убьем. Хз, у нас такое пати сейчас, как будто бы для Ульдуара. Не упоминай это имя. ДДшники. Это название в суе. Ульдуар. Такое нельзя говорить. Сейчас будете умничать, пойдете добивать Ульдуар. А, давай Вальку убьем. Это боли и слезы Алгалона. Че, мы куда идем, на Лану? Ну да. Стан, готовьтесь еще дать. Так. Нету Ильнурио. То есть непонятно. Кстати, вот каменное сердце бафнули. Раньше было 15 секунд, сейчас 17. Либо я только сейчас заметил. Сука. Все равно больше хили, чем счеты. Че молчим? Войд, как у тебя дела? Вот как настроение сегодня? Ты готов вот сидеть вот еще до концерта? Если одного босса убьем с радостью. Давай. Ну, наверно. Ну вот, если не осилим, можем в резку сходить. Тоже не осилим, но в принципе хотя бы потравим. Вот сколько лет прошло. Ни разу не сходили. Какой смысл травить? В смысле, ну, чтобы убить? Если не будем травить, то не убьем. Да, да, ну, это вот как мы ходим в Ульдуар, короче, никто не знает, что делать на Йоксароне, мы вайпаемся и такие, ну, бля, рейд бичей и ливаем, все.
Вот как убить, если мы тактику не знаем? Вот то же самое с РС-ка. Надо туда походить пару раз, чтобы вы поняли, что я там пришел делать, что там... Да, все, ладно, давайте без воды. Без воды. Ребята, короче. А, Масхон танк, да? Да, вот новый ГДКшник, как Войт всегда мечтал. У него чисто танк? Не знаю. Вроде еще кто-то есть. Так, Масхон, ГДК, АДК. Думаю, у него есть АДК. Вот, предлагаю только правую пачку сагрить. Ну, не всю, конечно, но уже поздно. А у Лингрена есть ДБ-спек? Да. Вот, замечательно. А Масхон вообще знает, что делать в этом героике? Хотя, в принципе, что там делать рядом с той, с Войтом, ну, да, и все? Ну, вдруг он никогда там не был. Первый раз. Ой, блядь. Не так много. Да вроде сильный парень, позитивный. Не знаю, о чем вам рассказать, блять. Войт, когда говорит, всегда молчу, а раз не говорит, надо говорить. Не знаю, что рассказывать, ничего не рассказывать. Сидел я на паре по-английскому. На первой парте сидим перед преподом. Вот. Сидим, курим. Она такая, вы что, курите? Мы такие, нет, это холодно, холодно. Вот. В итоге заявление нас написал, жалобу, что вот, блядь, пидорасы курим. Да, тема, история. Только давай поменьше. Вот только... Сука. Лучше бы танка хилили. Вместо того, чтобы пиздеть. Давай, Войт, прожимайся нахуй. Дайте ему зубы, что ли. Зову хил. Да, дайте Войду зубы, пожалуйста. Без зубы? Дали, молодцы. Всем привет. Здорово. Так, ты что-то рассказывал, мы же прям совсем скучно сцену. Нужно будет посмотреть все чего. В смысле, от рассказа скучно стало? Да, скучно станет так тишины. А, ну вот я и говорю. Ну, рассказывай, молодец. Развлекай народ, подознай заметим. Ну вот, короче, у нас в рейде полно бичей, столько друидов, никто не догадался БРных танка. Даже я. Мне кажется, ты от эспирой такой рейнул, прям вообще свернул бы градусов так на 360. Ну. А я лучше еще раз. Или продолжай. Вот. О, а если квест сейчас взять, он будет работать? Нет. Типа мы уже просрали, да? Да, время уже просрано. И убиты все. Ну-ка, я попробую. Попробуй. Там начнем с того, что моба нет, Лёха. Тоже верно. Мы же убили. Ну да, ну а вдруг забагалось. Тоже верно. От Сируса можно угадать что угодно. Все, тут, сейчас. Сейчас, хуяк совет резнулся, да? Да не. Не дай бог, конечно. Хотя... В нашем случае это будет хорошо. Ну да, можно будет этим фармить шмотки с него. А там, кроме катушки, наверное, ничего не надо людям. Здрасте. Ну и пальца. Ну и пальца, вот. Там еще пуха падает на танк. Там пуха падает, там спина на танка падает. Ну вот, видишь... Ничего не надо. Правильно, после травмы нихуя не надо. В натуре, я уже просто
все беру. Все, что никому не надо, вот все мне надо. Как сказали, это синдром друида. Да, прогрессирует. Ну, я думаю, это больше синдром какого-то криптомана, раз уж я все беру. Синдром друля. Да, мне еще бы, короче, распределение шмота, чтобы я такой видел, кто что ролит. Я вообще такой, все что, забирал. Да, я, ну типа, падает там танковское кольцо, я такой вот, не знаю, Холидрин, тебе это кольцо надо? А вот оно мне тоже надо, ну давай ты уступишь, ну и все, и забираю, короче. Не дожидаюсь. У тебя наложение HR есть? К сожалению, ну есть. Ну вот, тебе еще на друля наложение чар. Так есть оно, есть. Я, кстати, блядь, вспомнил момент, вот, ходили в Каражан с Холидринком, вот. Там падает щит на танка. Я спрашиваю, щит кому-то нужен? Не нужен. Все себе забрал и распылил его сразу. В этот же момент еще Холидринк, блядь, мне щит нужен. А я его уже распылил. Вот. Бывает. Кто умер, я разрешаю вам полежать, потому что мы уже у босса, и мы вас быстрее резим. Разрешает он. Хилить надо, да. Лучше. Так, открываем ХПС. Ну да, согласен, надо хилить лучше. О, нифига, онлайн 40 человек. Рекорд. Ну так-то нет, по-моему, у нас был 56 онлайн максимальный. Давайте Холидринка присумоним. О, присумонили, молодцы. А нет, он, блядь, все еще ползет. Опа, вот. Сука. А, это рарник бежит еще. А, он же, наверное, почти пробежал. Ну да. Так, Бурибая нет, он где-то на этаже ниже. Что там? Песа подгоняется. Мы исключаем историю, потому что у него здесь шалфир, чтобы он не лутал 2 на ЕП. Да нет, потому что он вагон ебаный. Ну и что он вагон тоже. Что-то Мельнурио пришел, а его уже взяли. Короче, кто тут меньше всего ДПСа дает? Короче, этого. Сон. Холидринг, Бигдем и Рарник. О, вот их на замену. Короче, и Максона их я свичнул. Так что Максон. Какой же ГДК? Максон, у тебя как с тактикой? Песа пишет, пингует. Ну вот, Песа у нас на замену. Нет. А как так, пинг? И чё, и всё, пиздец? Ну, блядь, 4 косаря пинг, это вообще прям проблема большая. Ну, попробуй, трай, может, нормально будет. При этом всё, у меня в Дискорде это нормальная связь, то есть, как бы, блядь, хуй знает. Я не понимаю пока, в чем даже причина. 3200 пинг. Это, короче, чисто до сервера Сируса, походу. Ну, при этом всем, я что, один, что ли, из Красноярска здесь играю? Красноярск? Не знаю, кто-то еще живет в Красноярске? 67. Ну, какой провайдер? Да, это у тебя провайдер. Я с Красноярска, у меня нормально все. А ты там тоже, как из Хьюстона, говоришь. У меня Ростелеком.
Да, Ростелеком, ну, вот, короче, вообще ништяк. Если он это рядом живет, ты к нему подъезжай. Да всегда было в порядке. Сейчас только 2400, блядь. Я думаю, может, какой-то Тора там, может, кто-то что-то качает, хуй его знает. Все спросил, вроде все четко. Приезжай, солнечный, я тебе Wi-Fi раздам. Хорош. Ребись. Уже РТ закончится, пока туда заедешь. Ой, там Нарния, блядь. Солнечный, что Нарния-то сразу? Да уже недавно стало чертой города. Раньше ж загородом это даже было. Че, бидона нету у нас? Ну это такое, окраина, можно считать. Так недавно стало чертой города. Раньше это было загородом. Давайте бидону присумоним, ребята. Ну да, было такое. А окраина это не Нарния? Не знаю, не знаю. Не, Костя, я не могу просто сейчас кидать. ФБД? У нас... Даю, короче, лидер по воду. Ну, трай можно ебануть, что нет? Масхон у нас на замену, да, пошел? Ну, пока так, Нарния же она в шкафу, по-моему. Ну, тогда ладно, тогда я буду прото давать. Заходите, короче, кто там? Фу, это ближайшая Нарния. Не люблю а щиты. Кого ты тогда возьмешь? То есть они разные, да, еще бывает. Призон, да. Заходите все. Ну вот, не люблю щиты, мы тебя ждем. А, ну вот призон уже. Все, не ждем. Заходи. Как это не ждем? Давайте призона присумоним, ребят. И не люблю щиты еще сейчас кого-то свищем. Ну меня получается. Кого? На маге. Да, в теории можно мага поменять. Не знаю, вспоминая все предыдущие траи, без обид, но я бы вот мистери бы поменял. Что-то мне подсказывает, что он умрет просто. Песа там, смотри, сиди там где-то тесте, если вдруг разлагает, сразу рейд, потому что даешь... Я, короче, я ему вначале могу дать просто сальву. Диван. Можно диван, да. Диван. Потому диван по войду? Значит, мисс МВП Султан Маскон, вон в портал прыгайте, Долоран, сейчас мы двоих других присумоним. Пока посидите, подождите. ЕП за мобов дадут? Так что, мне в Долоран лететь? Нет. Да нет, это шутка. Ты в демона спекайся. Хотя бы просто не дамаж. В натуре спекайся в демона. А не в эту зону. Будешь нам баф давать. Да, будешь баф давать. Когда ты один, когда ты один в рейде, и всегда в демоне будешь. Да, ну я только, правда, плохо в нем играю. Я не интересует, как ты играешь, мне интересует 700 СПД на рейд. На хилов, на РДД, остальное неинтересно. Может 12к давать, но не меньше. Войт, смотри, а то будет, он тени не вынес, скажет, ну ты ж сказал, без разницы, как я играю. Кто еще один в инсте? Песов. Все, все, не, все здесь. Улетели. Призон люблю здесь. Все, фулл пати. Что там, Хьюстон, нормально меня слышно или я опять в Хьюстоне? Нормально. Блять, ползунок на микрофоне, нахуй, со звуком ушел. Песа, нормально у меня все с пингом. У тебя очень большая это усиление микрофона стоит. Наверное, децибел 20 стоит. Поставь на 10. И, ну, громковато тебе, ну, то есть усиливается сильно. Да, нормально его слышно. Тебя точно так же будет примерно. Ну, это если в DC его сделать, я вот сейчас на 80 сделал. Но если на сотке его слушать очень жестко. Ну, у меня также, да, у меня усиление тоже, по-моему, 20-ка стоит. Тоже, наверное, кто-то уменьшает. Да не, я сейчас ползунок, может, вот сейчас как, нормально или громко? Ну, он сейчас нормально, ну, более-менее. Да и то это до 80 я тебя поставил. Поэтому до меня ты все тише и тише. Это, не люблю щиты в ШП. Прыгай. 16, по-моему, ты давал на сурке, да? Да, признаюсь честно, я бич, у меня нету сопрота. Какие 16 на сурке? Ты чё? Там, ты 10 фулл, мужчина. Там мусор, а не ШП. Ну, я сейчас одену шмот, просто глянь, там нет, по-моему, 16. К
Те, у кого? Люблю щиты 4-4. А, это... Нет, блядь. Это в холике. Это холик. Это Т10. А чё ты не это, не апнул? Т10. Я не думал, что буду играть на этом мужчине. Понятно. Блять, ну, пиздец. Тогда Султана в рейд обратно. Тогда портуйся, Долоран. За укусы всем объяснить, что объяснить? Что надо передать укус. Ну, например, ну, если меня укусит, мне кого кусать? Не укушенного кусай. Хилов и танков не кусать. Мы сейчас будем все в одном паке стоять. А у тебя есть вуду там или хилбот? Или так просто сейчас... фреймы вынесены слева все? Сейчас с этим построены. Да. А хилы прохилят? Да, били уже. Да. У нас, если что, 5 хилов, просто почему-то бидон в 4-й вместо 5-й. Таня, ты тут? Бидон в элеме, наверное. Да, это тремор просто. Нет. И он же шаман. А, ну а, вон вот, там маг, есть. Маг. Все, ну, все логично. Бигдем. Все логично. Да, у кого саппорт играет? Бигдем, ты тут? Саппорт ушел Фира, если они у него еще остались. Не, ну может сейчас. Нет, нету, не больше. Нету. Все, в третьей ячейке берите саппроты там. Представляет славян. О, саппроты в третьей ячейке. Фу, улетают, как будто и не было. Спылесосили все. Там ничего не было вообще прям. Там просто пацаны. Какой баланс у нас в банке? Баланс. Блин, на 4786 СПД сейчас. 4. Но у меня 4260. 4786. Ну короче, 4800. Нормально. Но там плавающие СПД у меня еще, короче, от 24 до 120 весь бой. Ну, у меня тоже там где-то еще 300 сверху. Не, из-за этой чарки. Да сейчас вот, ой, завтра последний день Кильдонаса фармит, 264-я шея и все, блядь. Хорош. Кстати, это, не знаете, вот, будет еще дальше вот эта шея там улучшаться? Нет. Или все это, последнее? Нет. Все, воент. Не, не будет, да? Ну все, там можно, короче. Зря да. Ты вообще фармил. Ну, как... Не говорите ему об этом. Вот понимаешь... Этот мистери, вот... братан, у тебя есть ОД? Да. И сколько у тебя там? 11 тысяч. Иди ключ. Ключ? Иди ключ покупай. Дайте ему Долоран портал. На танка ключ. Он 6500. Место стоит. Объекта поставит. Да. У тебя будет, короче, 1:45, потом можешь сдать его обратно. Но желательно, потому что это ДС. ДС это 6 косарей. Какой? Слышишь, какой сдать назад, блядь? Будет ходить и что, постоянно его покупать, пусть лежит. Ну, а ну пускай покупает, сдает, если ему ОД надо. А стой, погоди. А может я не буду, ну ладно, да, в принципе, я куплю это. Ну и вот не этот бой... Ты понимаешь, что ты на взлетке не сдохнешь? Бери ключ, там 20 тысяч абсорба. Тебя, ты можешь даже, блядь, ну, не в рейндж встать, нахуй, тебя не сбреет. Хотя лучше в рейндж дело такого рода, я себе, если демонишь, у меня пет вообще моментально призывается. У меня тучка есть. Ну, вот эта вот чепуха, короче, что мне щит дает. Ну, прям мгновенно. А тебе ты надо... тот щит нажимай, и ключ нажимай, нахуй. И нажимай этот, блядь, заслон от темной магии. Еще и койл кидай. Еще и похищение жизни кидай. Не дай бог сдохнешь, блядь. Да, и еще, короче, зубы ему дайте. И зубы. Иди нахрен уже, какие зубы, блядь. И по зубам. Ладно.
Это, короче, хилы не справляются со мной. Да темы трепета это вы знаете, да, надо поставить. Чё прожимать, вы знаете. 32 куска, в принципе, не должен падать. Но... Короче, на первой взлетке спокойствие дадим. Без гимнов, наверное. Транс. А на второй взлетке. Ну я хуй знает, Геншин, ты дашь на хп, а эти пусть на свое смотрение дают, не дают, блять, а то они тоже сдохнут. Дашь на себя зубы и сам дашь на хп. Ну, расставлять вас не буду, стойте как хотите, хотите вайпайтесь, хотите нет, похуй вообще. Посмотрим. Кстати, на войда кидайте орешки, шаманы. Ладно, а вы мне только скажите, в какой момент-то хоть жать этот ключ, а то еще я не знаю. Ну, когда лана взлетела, он, блядь, вот тогда и жмешь. Да. До сих пор не понимаешь, что тут делать, что ли? Нет, это... У него КД, правда, 2 минуты, так что, наверное, сохрани его на вторую взлетку. Да, его на первую... Так на первую прожмешь, на второй не прожмешь. Да, это... Да, можешь ливнуть. Только это самое... Главное, чтобы это... В конце РТ все плюсанули на замену. Ну, иначе я за вами бегать не буду и по вам давать. То есть, следите, смотрите, как идет рейд. Как... Может, вы понадобитесь. Может, что-то вылетит. Все готовы, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1... Мы стоим в одном кемпе, если что. Наверное. Подушка. Что там, лужа у вас, да? Чё? Пойдёт. Ну и телепорт. Эльнури его укусишь. Эльнурио Влека, Вадикон Спирита. Тени с фером. Шаман, это там трепета. Не забывайте. Хурюк. Сбегаемся, пацаны. Держим расстояние 8 метров. Так, холидринг сокру. Кто на первый кричит? На хп читает. Никто. Бодикот Давакина, Хурюк топу. Эльнурио Бигдема. Ну а Спирит Седжу укусишь. Я Бигдема? Да. Thank you.
Подушка сдохла. Подушечка сдохла. Аккуратно, там лужа такая слева противная. Рови стрессы. Ина разольешь. Злобный топ урезы. А, это зовет. Укус. А, ладно, тогда делайте, что хотите. Понятно. Бичи сдохли. Кто выжил, тот молодец. Вот это вот чьи лужи? Беги, малышка, беги! Подушка там, блядь, померла. Стой, я просто задел краем, я сразу шопнул, блядь. Люблюсь, ты здесь? Ну да. Заходи. Приятного аппетита. Сейчас, секунду. Ладка, у тебя не получилось. У меня просто зависло на месте. Потом я уже поняла, когда начали говорить, что у меня, блин, убило. Ну еще, никто не знает, сколько там я от СПД давал. Много. 500 миллионов. Да, серьезно. Честно, то а, по-моему, аддон есть, который слеживает, сколько тебе СПД в данный момент припрокидывает вот эту хуйню. ПС, а что, разлагал там? Ну, что там ДПС? Бать, кто на первом месте, нахуй? Вагон какой-то. 1300. 1300, пошли хуярить. Это все хуйня. Вот, вот, если кто спрашивал вот за травму, вот, 800 тысяч на нахилило. Так, Бурибай чилить идешь, Пэса пойдет дамажить. Пускай подамажит. Люблю еще ты хилить. Чё? Да не, не на третьем, но может на четвертом. Не, нормально, нормально травма хилит. Отлично прям. Ну да. Это Буриба, если надо, можешь спать и ливнуть. Только в конце там плюс они на ИП. Только во время боя не ливай, а то забагается хилбот, там буду у пацанов. Не пойму, что хилить надо. Я тоже, кстати, ливнул спать, если что. Я один на один регаю, так что если что, там, ну крикните. Угу. У тебя побольше сейчас ДПС стало. Сколько раз ты прошлый раз давал? По-моему, 14 на сурке, да? Сейчас сколько, не знаешь? В обычке, по-моему, не был. Надо в обычке посмотреть. Ну, 15-15-500 давал. Вообще, насколько я помню. В 25-ке, да, тогда 14 дал? Ну, где-то оно. По-моему, в Гере. В Гере там бой долгий. Короче, Буребай, портуйся. Султан побольше дает. На 2000. Так... Ну-ка, все посчитайте. Мало почему-то. 8 на 6 это сколько будет? 40. Ты же студент, ты это все должен знать. 48. Да, это была проверка. Я проверка. 2 плюс 2 умножить на 2. 6. 10. 6. Да я знаю, что 6. А ой, как вообще в голове 10 появилось? Да я же рофлю. Там даже, а типа, что? Если ты неправильно считаешь, ну, типа, я бы сказал 8, если бы я неправильно посчитал бы. А так, ну, я понимаю, что 6. Типа, сначала идет умножение, потом сложение. Жрем рыбу. В дом заходи там. Не знаю, свое оправдание могу сказать, что моя тринька нахилила больше, чем щит земли и чем счеты. Все. Оправдание будет. 11 638 МС. Нихуя себе.
Это что, блядь? 11 секунд, что ли, задержка? Ну ты на щиток на себя повешай, ПС, как он вешается? Сразу, нет? Вот сейчас уже повешался давно. Пойдет, пойдет. Пойдет. Блять, я антифир ебанул, надо быстрее. У меня на Ф просто пиздец. Давай тогда чекаем нахуй. Исты не бафнули. Так, антифир, по-моему, у него КД 3 минуты, а он вешается на 3 минуты. 2. На 2? На 3. Ну и все, все, знаешь, нормуль. Принимайте готовность там. Равис, Шектор, Бидон. Завис. Перезахожу. Бидон, ты готов там, нет? Вот, паладин вылетел, блядь. Сейчас Честер еще. Да, ждем. Ну, он сказал, что релокается вроде. Это не он был. Мне Шектор сказал, что он там релокается. Он ушел. Бидон, не люблю щиты. Вы тут? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Его кусишь. Ой, Костя на бусте рубает. Злодей прям. 20 тысяч все. Так все. Трицаха. Холидринг. О, красавчик. Красавчик. А я говорил, паладин, ретрики, говно дамажат. Не люблю щиты. Не люблю. Под укусом дамаж. А, ты под укусом сейчас? Да. Неважно, да. Ну давай потей за всех. Эльнурио Хурюка, Ледринг Спирита. Перед. Ваги дикие, конечно. Да, 40 фпс. 4 фпс, да? Че, серьезно? Угу. 3 даже. Бля, видяха работает на 400 мегагерц нам. Эльнурио. Готовим, готовим свои силы. И даем укус. Все, блять. Антифира не было, да, на себе? Антифира не было. Падаем? Ну да. Эх, а так хорошо шли. Беги, малышка, беги! Ну, первый трай мы прям хорошо шли. Не знаю, я вроде сказал, что типа лужа, но все равно что-то всем было похуй. Да не хильте вы меня. Мы наматываем хпс, не важно. А, понятно. Чтоб потом не сказали, что вы филоните, да? У тебя не получилось. Да, прям как-то сильно сегодня лагает. Да всегда так лагало.
А потому что укус упал. Да, вот такой интересный факт, что если хоть один укус падает, мы тоже падаем. Потому что пусть вики вам хилят, это что такое? Ровно. Сижу, стараюсь. Сами играйте. Меня один раз убило, потому что зависла. Я увидела, потому что на мне лужа. Стояла в стороне для таких случаев. А потом топа в эту лужу запрыгнул. И Геншин тоже. Так а у нее, блядь, ну, фрейм здоровый, да, этой лужи, блядь. Я жопой просто как задел ты? Еле-еле. Да как так? Я же сказал, и ты буквально секунд через 10 типа туда забежал. Я краем задел, она же, блядь, больше фрейм. Ну, хз, короче, как так вышло. Так, не забывайте антистрах. 0,5 секунд. И кулак бахни по себе. Да нет, просто ее на замену посадили. Ну, она подлагивает что-то. Я не первый раз вижу. Ну да. Вот если бы я бы сейчас лагал, или у меня комп бы выключался. Я еще на втором... А, на втором трае, когда мы прошли, на лане остановили, я говорил, что люди, те, кто лагает, лучше, я думаю, стоит вам посидеть на замене. Вадикон, Нурика кусаешь, короче. Нурик хрика, Вадикон топа. Тени с фером сейчас будет, готовьтесь. Нурик. Надеюсь, на нем антифер есть. Надеемся. Беги, малышка, беги! Лядь, бетон. Все, пиздец. Папа сдох. С укусом. Жимся. Я до него не доставал. Я за шаманом стоял, за дисхилом. Массовое рассеивание. ПСС диспелил. Вадикон, укус вампира 6000. Сумеречная кровавая стрела 14000. И через 2 секунды еще одна стрела 14000. Наверное, 30000 хп надо иметь, чтобы переживать взлетку. Поставьте яйца. Может, тебе тоже ключ купить? Нет, мне одного яйца хватит. Ч
еще за это? Да он эфир долго стоял, блядь, его я в центре был, пока отбегал потом. Нет, там 2 секунды. Ну, разницы. Подожди, в центр туда масс рассеивания прилетела. Как ты на последней секунде эфира. Бля, я не знаю, у меня на второй секунде да. Снялось. Ну там, понимаешь, там типа не всех. Ну, поэтому, который стоит, нахуй, 3 секунды кастует. Быстренько растеряли все, ну, блядь, антифиры накинули, диспелили, все, пошли дальше хуярить. Ну это же изи, блядь. Соберитесь, хлопцы. Ну, Геншит вообще сколько диспелил? Там человек, блядь, надеется на какой-то тотем постоянно. Ну и мы, блядь, пока он надеется, мы будем, блядь, лежать нахуй все. Тотем тик раз в 3 секунды. Заебись, 3 секунды это вечность. Ты по ДБМ его просто дай за 3 секунды, оно снимется сразу, как фир появится. Ну да, и вот когда на шамане ставил... Я тоже на обычке шаманом спокойно снимаю фир. Как только... В течение там полусекунды. Не, мы мастера, знаешь, вот чё-чё, мы мастера говорить про других. Ну там реально, там, блядь, там кто-то тотем должен... Блядь, а в чем сложность? Ну, блядь, сдиспейлить. Ну вот реально, я не знаю, кто это просто говорит, но вот ДЦшнику, ну в чем сложность дисплеить? Ну, блядь, кинь ты их 2 нахуй раза, все там, фу-фу, блядь, за секунду, за 1,5 секунды, там можно, блядь, это, диспейла 3 кинуть. Ну реально, блядь, и не ждать эти ебаные, там, 3 секунды, там, надеяться на ебучий тотем. Пока мы надеемся, мы вайпаемся. Ну да, он прав. Ну вообще за 3 секунды 2 человека он диспейлит. Если точно. Если, ну, 3 секунды, если там, блядь, массовым, то... Ну, массовым, то побольше можно. Ну, там промахи у ДЦшника будет идти. У ШПшника нет. Вот, Шалфир тоже попробую продиспелить. Кинуть. Вот. Не знаю, там... Я что-то момент стопа и что-то затупил, не успел ходку ему накинуть. Вот желательно, короче, укусы хилить. Этот, давайте. Ризен, короче, кастуешь цепухи через султана на взлетке, а киса кастуешь через, ну, через топу, через спирита, через разбойников кастуешь, через мелизон. Я не в мелизоне стою, я сзади стою. На Давакина там тоже кто-то кастуйте. Щиток там, ну, блять, я не знаю. Что... Я вроде нормально переживаю взлетку первую через щит. А ты, если притворяешься, в тебя летит стрела или нет? Может, ты притвориться попробуешь? А этот болт от нее, это считается за, типа, массовку же? Типа, да, ну, да. Массовая атака. А что, надо было прожимать этот маленький хитрость? Или... Нет, в смысле, если конкретно... Ложный, который нажимается на столба, который взлетел, и на него не достать миликом? Только ШДшник может. Не, ребят, если, типа, вас в при... Я вас понял, летает, но в него его и пролетит, ну, а да. от соседа уже меньше дамаг. Да ладно, яйцо меньше. Было бы, я бы выжил. Все. Все, давай попробуем. Ну, он не может нажать, типа, ложный, пока нет моба рядом какого-нибудь. Типа, расстояние большое слишком, да? Может, пиньяту, ну, да, миле жмется. Пиньяту поставить может... им, чтобы они на нем ложные нажимали. Так, короче, не, сейчас посмотрю, не кого укусят из милишников. Буду каплю ему кидать на всякий. Но... Это точечный, тут не считается. Это свапните что-то вообще, ну, опять все неизвестно. Торчит скрин на гускине. Это у кого? У спирита. Ну а что ты, не двигаться не можешь, ничего? У эти топы 32 тысячи. Может, подвисло у тебя? Бегать не можешь? Может, бы во время трая же бьешь, как, ну, просто рывками игра вообще как-то идет. Ну так у всех так, у меня тоже лагает сильно. Ну, давай пьем, пробуем хули. Не знаю. Вот, ты на опыте вы... скажи, когда надо тотем ставить человеку, ну прям в тайминг, прям вообще тихо. Ну вот как она с лестницы начинает. Да нет, движение. ты прям крикни, тотем, вот прям когда он надо, чтобы он кнопку эту прожал. Нет, вот. Там видишь, какая ситуация, будет крикнет тотем, а человек пока дотянется задержка, до этого, да, тотема, ну и все, и получается он просрал. Вот они когда... Они сами должны смотреть. Когда через звезда это проходит, босс, через полсекунды даешь тотем. Вот она прошла звезду и уже близко вот здесь, вот к центру, даешь тотем. Она до центра доходит, дает фир.
человека, который ответственность за тотем, поставь его на пробелы, когда Войд будет кричать: «Тотем, ты как уеби по этому пробелу!» Пуф, пробитие. Пробитие брони. Тотем поставлен. Так, ну вот 14 тысяч. Вот был бы сапро, тут, наверное, бы, короче, выжил. Давай спирит пробуем, а то, блядь, некого брать. Вон челик рывками бегает. В натуре. Кто если вот не мы? 5, 4, 3, 2, 1. Закиньте ПС-ку, если есть в игноре. Уже на тебе ПС-ка. Спасибо. Вот, Нурик, можешь шалфира в целом укусить или ПС-а. Наверное, лучше ПС-а, потому что у него там в пати все разбойники. Да вон Хурюка кусаем, больше ДПС. Ну ладно. Кину каплю на Эльнорио. При взлетке. Хрюк биг демо Эльнорио спирита. Злобный по нелюблющий тейнер. Равист по Геншину. Вадикон тоже по нелюблющий тейнер. Давай. Сейчас будет фир, готовимся. Прожимаем камни, ключи, всю хуйню. Попадали. Укусы. Ну, укусы живы. Я, короче, Геншина бы не, или там. Бля, не, не. Нет? Ложитесь. Заебемся. 5 человек бейлит еще. Беги, малышка, беги! Беги, малышка! Слушай, ну я не знаю, ключи брать всем или что, что делать там. Может нахуй? Может на хп соки-то перебьете, я хуй знает. И еще полироли вставите. Блядь, ну реально, сейчас это что случилось? Так, ну короче... Все умерли или что? Ну, 5 человек сдохло. Укус передавали во время подъема. Да его всегда так передают, какая разница? Ну да, ну вот короче, рядом просто встали, и поэтому вот кровавый всплеск еще сверху урону нанес. Ну вот Геншин, например. Вот. Акиса убил злобного друида. Давай это назови ники, кто там сдох на взлетке. Геншин, кто еще злобный и кто Бидон. Еще? Геншин, Акиса, злобный. Бидон. Ну, люблющий ты там нету. Люблющий ты нету, детали. Давай вот Геншина смотрим. Он умер. Значит, вот кровавый спец Бидон. Значит, вы просто все стояли кучкой гомиков. Получается, вот смотри. Не, я встал в свое место вот сюда. Никого нет. Закидываю щиты. Мы проходили вот с Геншиным эту всю уже историю. Там что-то, блядь, я непонятка умер, происходит. У него что-то с местом беда или то ли что. Он на постоянной основе Геншин то ли место не может нормально выбрать, то ли что там. Ну... То ли он как корова к этой метке бежит. Поставь ему другую какую-нибудь метку.
Ну, там я корова туда, и пускай ставил. Он туда тут уйдет. Тут метка, тут же... Сам, ты хотя бы не перебивай, имей совесть. Никакие метки парадары никому не ставил. Смотреть. Вот детали смерти. Вот открываем Акису и смотрим. Как сдох Акиса. Написано вот Эльнурио, кровавый всплеск. 8000. Ну, дальше по нему всплеск. Дальше злобный друль, кровавый всплеск. 9000. Это получается злобный друль, Эльнурио, Геншин, они стояли вчетвером все вместе. И Акиса. Акиса, они просто вчетвером. Бать опытные игроки. Ну, Эльнурио кусать надо было. Ну, я и на него еще каплю скинул. Так что он бы не умер, что подумал. Просто факт в том, что если падает укус или 5 человек вот так на взлетке, то дальше смысла нет убить. Хоть как ты разбэривай, ну у нас не хватит ни ДПС, нихуя не хватит. Хила маны не будет потом, просто сляжем. Ну да, 3 хила погибло. Друиды, да, могут нажимать дубовку, она откатывает к следующей. Не могут, а должны так-то. Там просто радар есть такая тема, ну, блядь, в нем же видно, когда он красненький, зеленый, там даже подсвечивается, куда тебе на... Или у нас геометрия проблемы, блядь. В 2D играет, походу. Ну, нет, как выяснили, у нас математика есть определенные проблемы, там умножать не можем, это ладно. Ну мы больше, блядь, ориентация, блядь, в пространстве не понимаем, куда нам, когда нам надо влево отойти, когда вправо. И прибыл, и получается, что друг другу магнитится. Ну какая-то хуйня, короче, происходит. Ну такая, как бы. IQ-шная. Так, как я хуёво ставлю, да, наверное, блядь. Так там. А вот у всех стоит радар. Вот там, нет. Короче, что такое радар? Рейнджер. Я знаю в сталкере только радар и все, больше не знаю. Ну, короче, нажимаешь рейндж, рейндж 8 пишешь, и там, короче, у тебя есть текстовое окно, проверка дистанции. Есть там 8 метров? Мышь нажимаешь на проверку дистанции правой кнопкой мыши, и там окна. Нажимаешь отображать только радар. И там показывает красные зоны, это кто 8 метров, а черные зоны, это кто рядом с тобой. И видно, чё как там? Они к тебе идут. Либо ты вот двигаешься. Если у людей ДБМ не обновлен или не настроен, то у них нихуя не появляется. Типа, ну, у всех, короче, ссылка на ДБМ есть в Дискорде. Во. Вот смотрите, вот примерно рейндж, как вот эти метки, да? Вот это 5 хилов метки. Давай теперь раскидаем остальные 20 человек по сторонам света. Так. Давай подумаем. Наверное... Вот там, где босс стоит, там, наверное, 2 танка, да, с первой пати. И еще остается 3 милика. Так, кто там? Биг Дэм, Рарник и Холи Дринк. Допустим, они там могут на пьедестале стоять, да? Допустим, там место дохуя. Остается еще третья и четвертая пати. Ну, давай, третья пати. Постоянно с этой стороны будете рейндж набирать с квадрата. Но четвертой пати будете набирать рейндж со стороны креста, вот с этой стороны. Вот Хрюк там в эту сторону будешь бежать, Призон. Так. Остается, получается, пати кого? Вот вторая пати, да? Разбойников. Ну, разбойники... Да у нас принты есть, мы можем... Разбойники, смотрите, вот три разбойника. Вы просто выбегаете, ну... За спину, вот сюда в крест, назад. То есть бежите, Лану провожаете до центра. Там же фир ловите и сразу в череп идете. Вот. Ну, злобный ИПС оставайте вот сзади, справа, слева от черепа. Здесь, допустим. В РДДшнике вам проще. Ну, а там, получается, под лестницей у нас пускай тусуются. Вот 3 милика с первой пати. Потом призванный Хурюк еще там пускай тусуются. Руки в череп ходят? Ну да, так удобно, спринты есть, убежали в спину, там никого нет. Ну, как хотите, я просто возле лестницы всегда стоял, проблем не было. Надо... Там много людей возле лестницы сейчас стояли, и нормально все там было. Надо так, то есть мы там друг друга не въебывали. Надо так, чтобы не если было... Если так удобнее будет, то окей.
Надо так, чтобы не было на взлетке, чтобы люди задевали всплеском, вот в них летит стрела, чтобы было 8 метров, вокруг вас никого не было. Вот как эти метки центральные стоят для хилов. Хилы, я не знаю, вас расставлять или нет, как вы думаете? Или сами встанете по ним? Блядь, ну хилы плохо думают, там есть персонажи. Ну, конечно, расставляй, конечно, расставляй. Так, ну давай. Там интеллектуальные тогда способности отсутствуют. Геншин, пускай в трубу. Осуждаю на всякий случай. Да? Ну, раз три хила сдохло, значит, он прав. Шектор, звезда. Трех из пяти случаев. Так, бидон в луне. Ну и синтек в ромбике. Главное на хилах вынести метки эти, рящиеся тени из центра, из вот этого постараться вовремя успеть за вот эту серую зону. А мы все в одном темпе не стоим? Ай, блядь, вы такие тугодумы, блядь. Это на взлетку нахуй, расстановка, блядь. Ну все, 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 ладно. Точнее. На взлетке падаем, блядь, как уебки просто. Сейчас не знаю, ну на взлетке, если будет 8 метров рейндж и 2 секунды типа 14 тысяч и 2 секунды еще 14 тысяч, то будете ключи все рейдом покупать нахуй и все. Будем в танков нахуй перебивать сокеты, блядь, вот и пиздец нахуй. Ну потому что я не видел, блядь, ни разу, чтобы 25 человек дошли живыми до берсы там. Мы просто этого не доходим, потому что мы дохнем. Рарник тут. Рарника нету. А, блядь. Как нахуй убивали? Я просто вообще курить не могу, блядь. Либо мы вообще дауны какие-то, либо чё, блядь. Может, волониров в рейде нету просто. Я-то в гильдии играл с волонирами. Два волонира в рейде, блядь. Тот же волонир хотя бы 1002 абсорба настакает. Это уже хп больше. Это ты про Сирус говоришь? Ну. Пошлите за волонером тогда. Отсутствие, да, мозгов, короче, по вчера ходили. Отсутствие волонира. Волонир дохуя решает, он на взлетке. Особенно 8 метров, да, найти? Не, 8 метров не решает, а вот то, что 2 секунды 14 тысяч, потом 2 секунды еще 14 тысяч, нахуй. Там другие 4, цифры будут. 3, 2, 1. Блять, что-то горит, ну пиздец. Чё горит нахуй, пельмени забыл выключить? Наверное, это воет. Да нет, это в комнате сейчас сижу. Прикинь, горит, да, и сидит, играет. Блять. Нихуя, не отходить никуда. Похуй всё. Сука, это чайник за моей спиной, секунду. Потом хата сгорает, блядь. Стенку похуй. Давай, блять, нахуй. Я вернулся. Не, это чайник, короче, у меня сосед чайник на газету его кладет, короче, он горячий. Газета для самокруток, нахуй. Важно. В тени секунда. Всё, Геншин. Курюк Бигдема, Эльнурию Спирита. Фир с тенями сейчас будет. Злобный, по не люблю Иннер. Рвись с Вадиконом сами, отдадите Иннер.
после взлетки там. Засиливаем на фул. Сейвы пошли. Блять, мы стеной заняли нахуй. Мистери Песа. Лирио Спирита. Хурюк Топу. Биг Дэм Шелфира. Всех назвал, надеюсь. Синтек, чё, с массакру на второй взлетке отдашь? Отойдите, лужа. На второй взлетке прям все отдавай. Ой, Синтек, говорю, Шестер. Да, да. Мы с ним на втором всегда отдаем. Да все отдавайте. На второй взлетке. На второй и спокойствие, и камни, и ключи, всю хуйню отдавайте. Да, просто вот пиздец. Друиды, жмите это, дубовку. Сейчас 8 укусов называть буду. За тенями сами смотрим. Так. Там аккуратно бегайте, лужа рядом. Топа Холидринка, Биг Дэм Рарника, Спирит Седжу, Хурюк Давакина, Мистери Вадикона, Шалфир Акису, Эльнурио Призана. Ну и Песа. МВП Султана. Вот это не проебите и выживите на взлетке. Вот сейчас взлетка, готовимся. Антиферы. Нажимаем. Сейф уже дал заранее. На фул. Все гимны, всю хуйню отдавайте быстрее. Мистери, хилься. Похищение жизни кастуй, хули ты стоишь. Просто хильтесь. Давакина не проебите. Все, теперь передайте укусы. И Геро, да? Готовимся. Есть 16? Нет, не вижу. По-моему, нет. Кто-то не передал укус. Опа, он. Поздравляю. Убить его, убить. Геро, давайте и бьем. Давайте, пробуем. Рави стрессы его. Рави стрессы. Вставай, захил его. Ну где там? Захил, быстрее. Еще Геру для него дайте, прожмите, кто не прожал. Значит, Эльнурию топу укусишь. Остальные, вон, 5 хилов выбирайте. Равис не укушенный, злобный друль не укушенный, Призан не укушенный. Танки. Танка выбирайте себе. И баблы готовим в конце. Придаем укусы обязательно сейчас. Готовим баблы, всю хуйню. Вот воида кусаем. До берсы 5 секунд. Готовим баблы. Все, нажимаем баблы. Все паладины баблы нажимаем. Баблы и тучки. Тучек нету. Тучка есть? Через баба убила. А что у вас, а что у вас нихуя мы... нету, что ли? Через баба убила, ребят. Ну это она зеркалом убивает. Вряд ли бы ДПС-а? Топа нанес вот эти 1.5 ляма. Да. Не вряд ли бы я нанес. Да не нанес бы. Да нанес бы, блядь. Топа под укусом не нанес бы 1.5 ляма, это серьезно, что ли? Так что, он блядь? Не был укушен. Он я хулитринка выбрал, он и бежал в мели, и прям спамил этот, блядь, укус. Я то ли мимо него пробежал, то ли кто-то его укусил до меня. Просто, все. Это пидор какой-то укусил его. Понятно, нахуй. Ну, вот покуда вы будете вот эту хуету исполнять, вы будете вайпаться вот так вот, как... Ну, худшего слова просто невозможно даже. Такого, наверное, не придумали еще, нахуй. Вот вам говоришь одно, вы кусаете, делаете другое. Так нахуя вам тогда это говорить, если вы сами, сука, можете все сделать? Ну, ты выбрал его, не укусаешься. У тебя 10 секунд. Ты когда начинаешь кусать? Когда 8 секунд уже прошло, ты начинаешь тыкать хулидринкой. Ты не можешь... Почему? Ты не можешь цель сбить. Я сразу бежал с другой стороны. Я его спамил сразу же, блядь. Хорошо, я тебе... Я вот забегаю в толпу и спамлю, блядь. Блядь, пиздец. Вот, давай я тебе еще раз... Мне сказали холидринку купить. Ай, я бегу его кусать. Я что, виноват, что кто-то передо мной его кусает, блядь? Давай, ну, я тебе еще раз... Подождите. Да,
Вот я ему что хочу объяснить. Вот у тебя не промелькает такая хуйня, вот ты бежишь, да, у тебя не укусается. Вот. Ты где-то вообще можешь отследить эту хуйню? Вот у тебя есть фреймы? Есть там у тебя фреймы, вот у тебя стандартные фреймы стоят. Они, ну так у тебя там показано, кто укушен, а кто так нет. Сейчас проблема не во мне, сейчас кто укусил холидринка другой, блядь. Понятно, блядь. Есть две проблемы, понимаешь? Здесь две проблемы. Это одно, а делают другое, блядь. Я еще виноват. Ладно, ладно. Блядь, вот по факту вы оба виноваты. Вот кто холидринга укусил, я сразу сказал, пидор. Признавайся, ставь плюсик в рейд. Второе. Ты что, цель поменять не можешь укусить? У тебя 10 секунд дано. Вот ты не можешь поменять? Вы оба виноваты, блядь. Только не говори, что не в тебе проблема. Проблема в тебе. Мы вайпнулись. Из-за того пидора, который укусил, из-за тебя, блядь, потому что за 10 секунд ты не смекнул укусить призана, злобного, рависта, которые не, без укуса стояли, дамажили, блядь. Вот когда вот это прекратится, блядь, когда вы начнете гибко делать, действовать, нахуй, ну как на Джайне с вами играть? Там ну, вас... давай представим так, ты сейчас говоришь, я кого-то должен был другого укусить. Да. Я кусаю кого-то другого, человека, которого должны были бы укусить кто-то другие. Ебать, ты, понятно. Блядь, ты об этом точно так же думаешь? Ну, я могу точно так же укусить, блядь, вот эту. Но вот это до тебя не доходит. Я не... Давай что-то для тебя дойдет. Вот смотри. В рейде 5 хилов. Вычитаем с 20. 20 остается. В рейде 2 танка. Вычитаем. Остается 18. Давай чисто прикинем, ну, по нормальному распределению. Вот укусов к тому времени должно быть 16. Сначала 1, потом 2, потом 4, потом 8, потом 16. Два человека неукушенных вообще. Они не названные даже. Ладно, хуй с ним. Это тяжело понять, кто назван, кто не назван. Но есть же неукушенные люди. Лучше его укусить. А тот, кто... кусал бы рависта, допустим, если бы ты его кусал, он, во-первых, может быть не названный, во-вторых, человек тоже может сменить цель и укусить. Там 10 секунд дается. Вот как за 10 секунд вы не можете поменять цель? Из-за этого мы вайпаемся. Вот мы дошли до этой фазы, до последней, когда мы должны босса добить спокойно. Короче, я не знаю, как лучше вам прописать. Вы, а, я добежал, о, он в тенях был, а, да фере, о, да он да, за 50 метров был, я другого кусил. Вам писать бесполезно, говорить вам бесполезно, не говорить вам, вы нихуя не сделаете. Как с вами играть? Вот вы мне объясните, вы хотите убить его или нет? Ну, почему другие гильдии, другие люди кусают, меняют цель? Почему я вот, я тыкаюсь иногда, блядь, хуяк злобного тыкаю 1-1-1, сука, не кусается. Хуяк смотрю, кто не укушенный, быстро, у меня, блядь, руки дрожат, ну ага, вот он ровис. Бах, нахуй, мы все стоим в мелизоне, сука, просто покрутил вот так, попрыгал два раза, все, укус передался, хуяришь дальше. 10 секунд на это дается. Ну как, ну что делать-то с вами, блядь? Хорошо, давайте без пиздежа просто. Давайте еще разок попробуем. Во-первых, хуеплет, который укусил холидринка. Если я уж топи говорил кусать. Ну, либо слушайте внимательнее. Тогда нахуя я вообще говорю, нахуй. У меня не показывает, кого укусил, нахуй. Ну, хотя это, ну, это долго очень отслеживать в логах. В этом полученном броне надо. Тут лучше РДД кусать в первую очередь, чтобы они на переходках ДПС не теряли. Милики-то не бьют все равно, пока она летает. Да я знаю, блядь, что лучше, нахуй. Это понятно, блядь. Ну, пробуйте кусать РДД, просто главное, чтобы РДД не умирали с укусами. И хант. Видимо, только они же бьют. Друли хилятся, шаманы хилятся, там кто еще? Бидон, ты где? ШПшник, самый забит ШПшник. ШПшник, он под укусом, он будет просто бить и сам себя захиливать. Там, и всю группу. Бидон, ты всю где? Группу. Ёбаный в рот. Я предлагал... Он ползет. В шкаф никто не поставил. Чё так долго-то, блядь? Рарник хуйни не посоветует, пацаны. А вот если он еще и скинет аддон в Дискорд, это будет замечательно. Да выкин тут. Вот это пиздец, конечно. Нихуя сложного нету, блядь. Это самостоятельно все делается, это ебаные укусы. Смотришь аккаунт, передаешь, блядь. Убивается все. Все готовы. Отчет. 5, 4, 3, 2, 1.
И это. Ну вот этого укусишь. Шелфира тогда кусай. Пускай пати с хантом отхиливает. Так, Биг Дэм, тебе надо истерия? То в конце еще заряд. Да, давай, давай. Ты говори там, кидай, потому что нахуй я забываю про эту хуйню, блядь. Типа своя прошла, там жадно говори. Все-таки ДПС. Декон. Значит, Шалфир Песа. Эльнурио, тогда Биг Дэма укусишь. У него цифры все-таки огромные будут. Они сейчас разбегутся, я укушу кого смогу. С тенями сейчас смотрим. Геншин. Геншин. Вот сейчас фир готовимся. Циевы готовим сейчас. Берегитесь. Укусу ближайшего. Злобный рависто резай. Быстренько. Очень быстро. И захилить его. Вставай и захилить его на фул. Таску лапу с тобой быстро обновляем и дамажим дальше. Акиса, Хурюка, Мистери Биг Дэма, Шелфир Пэса, Эльнурио Спирита. Киса призана. Биг Дэм топу. Спирит Седжу. Курю Крарника. Мистери Вадикона. Шалфир Рависта. Эльнурио Злобного. И Песа Холидринка. Готовимся. Сейв заранее даю. Все, все гимны, всю хуйню отдаем. Укусы свои не забываем после посадки. Все гимны, все дубовые кожи, всю хуйню. Еще раз нурик кабла? Бидон быстренько тотем, не люблю быстренько на ману. И нора все раскидаем в КД после укусов. Вадикон. Не превратитесь в вампира. Захиньте рейд быстрее, быстрее, ну... Я ебу нахуй. Давайте Геру. Да чё? Ай, вон лужу разлили, блять, сразу. На ком последняя была? На Шалфире. Ну вот вам, пожалуйста, блять. Ну ничего, это как сланы. Тут дым потом сперва отравил. А у меня просто
Это звук был, то, что я вампир стал, я не увидел этого. По итогу призана, кто-то другой, короче, укусил. Как если ты должен был призан укусить? Песа сказали. Песа хулидринг. Ну, видишь, вам бесполезно говорить. Так вот и слушаете. Вам бесполезно говорить, просто сами это делайте, я не буду больше говорить. Бесполезная хуйня. Писать макрос тоже хуйня, это слишком сложно, блин. Не, можно написать, ну, типа цепочку. Но вы-то, как обычно, скажете, он там был далеко, там я там в тенях, он там выносил, блядь, и все это по пизде пойдет. Так что, блядь, либо вы думаете сами нахуй, ну, за вас просто никто не подумает. Либо вы пойдете в другую гильдию, там за вас будет 24 человека думать других нахуй. Вы будете просто балластом, блядь. Либо вы сами начнете развиваться. Другого выхода просто нет. За вас, за каждого зайти, ну, в комп потыкать 1, 2, 3, АСВД, блядь, ну, я не смогу, блядь. Так что, блядь. Давай смотреть, как вы самостоятельно будете играть. Потому что, блядь, ну, по обыкновению, ну, никто никого за ручку не водит. Вы либо делаете, либо, блядь... Кто у нас там самый это, слабый ДПСер? Можешь свичнуть на Бенстиллера вон. Бенстиллер ты в 10? Ну я походу. Ты демон, блядь. Забудь вообще слово замена. Ты даешь 700 СПД рейду. Ты талисман рейда. Блядь, ну 700 СПД-то они нахуй на дороге не валяются, блядь, так-то. Да не, вот именно я ж не знаю, даю я столько, может я меньше даю. А даже если меньше даешь, ты все равно даешь СПД. А что там было, мы когда... А что там было, мы когда укусы передавали? Че рейд так просил, что это за хуйня была? Когда вы к Лане подбежали? Мужа, нет, был пак... нет, до лужи просели, пол хп не было у рейда. Пак был. Пак? Че, не убивается, да, у вас там лана? Не, нихуя. Ну, типа... Да ебать, там, когда... там убивалось все нахуй, ну просто, блядь, челик лежит, ну, да, там был полтора пак, ляма нахуй. Это просто либо трай удачи. Я все время в Дискорде, в принципе, слушал, и что-то у меня лишь один вопрос, а когда уже, ну, какая-то конкретика будет? Ну, типа, я так полагаю, ну, не может же 24 человека, да, там, кроме тебя, ну, так скажем, тупить на постоянной основе, но просто я вот конкретно личные какие-то претензии я почему-то не слышу, а уже, мне кажется, пора, ну, реально, вторую или какую третью неделю на лане сидим. Не понял, что ты сказал. Ты не слышал конкретики, кто косячил? Ники, что ли, или что? Он хочет, чтобы ты наехал на кого-нибудь. Ну, не то, что наехал. Можно же нормально. Просто понимаешь, какая ситуация? Пока ты будешь обобщать, типа, вот, ну, вы долбоебы, там, вы будете балластом. Чего ты взял? Ты что-то перепутал, подожди. Вообще конкретно, да, Ники назывались? Я просто... Нет, ну были конкретные ситуации, но просто в основном, знаешь, там, из вот 2 часа, грубо говоря, вы сидите на лане, я слышал только пару раз там какие-то конкретные претензии к кому-то отдельному. В основном все вы. Вот я и думаю, может, но... пока будет это вы, пока ты будешь обобщать, ну, люди отдельные, кто прям конкретно вайпует, они не поймут просто, что это из-за них там, допустим, какая-то беда происходит. Я думаю, кто понял, тот понял. Ну, немного ты ошибаешься. Ты поэрелить хочешь, может быть? Мистери, а при чем тут? Здесь поэрелить-то? Мистери тут? Мистери, ты где? Я рыбу поел, я готов уже давно. Тут. Песа, топа. Все, мужики, яйца в руки взяли и поехали. Может, ладно. Взяли яйца в кулак, надеюсь, вы обновили сопроты, потому что там они кончились.
вместо бидона бы второго такого, как синтек РДУшника, и нормально было. А там же и был какой-то друхил. А у него не травмы, там не Т4. Отжи получше его смотрится. Стойте вместе, что там? А хан стоит на минимальной, а там кто-то, Шектор вроде говорил, что когда так стоит, сильно он отключит. Давай с целью. Тени с фером сейчас готовимся. Злобный. Вадикон по бидону, злобный по не люблю. И Равис тоже по бидону, да? Шарник. Надо было на добивание босса ставить бабл. Надеюсь, у Лингрена будет. А, ну у него видишь. У меня этот. Зеркало, она. Да. Черепка укушу я. Без демо укушу, если не укушен. Песа. Кто-то не кусает. Вадикон, ты не укушен? Нет, не укушен. Нет. Все, я следующего тебя укушу. Тени с фером, злобный. С диспельте его только на фере. Сейчас фул прожимки, только выживаемости дома. ХП, дубовую всю хуйню. ХП. А кису укушу, а кису. Бидон, есть ли там уже? Роящиеся тени. Нету. 3 секунды. Вызывайте собак. Читай на ману. Читай на ману не люблю. Давайте, Геру. Мацакру дал. Но фул прохиливаемся. Пак 3 секунды. Тень 1 секунда. Провист. Дохилить. Правее встань. Кусайте танков, хилов. Злобный биг демо резни подамажит еще. Полидрин бабл там готовь. Давайте убиваем. Биг демо укусите кто-то. Кусайте танков, хилов, биг демо, ну.
Берсан 3 секунды. Баблы нажимаем. Ах, 600. Давайте, ебашьте, пацаны, кто живы. Давайте. Взлетка. Давайте, пацаны, 100 тысяч. Сейчас это убьете. Биг Дэма кто-то разъебал. Как ты сдох, блядь, интересно? Ложу кто-то разлил под босс. А, ты в ней решил постоять. Ну туда нахуй. Как постоять, я вышел, блядь. Две тычки Биг Дэма просто. Но я успел его укусить. Он слег с укусом, блядь. Так. Почти, да? Почти убиваю. Ну, видите, вы сами все делаете и убиваете. А это только что два красненьких стояли, это кто-то не укусил, да? Да. Конечно. А, ну вот это вот. Ну, вот там они в вампира превратились, укусные пиратами. Ну вот, это вот там, ребята, стоял Шектор, он как-то говорил, что если он прям в куче стоит, у него очень слишком глючит, и он поэтому чуть-чуть там подальше стоит. Это. Ну не знаю, но если хочешь, можешь ебать ГП Рависту, потому что это его уже убило, пикдемы. Уже пора ГП ливать. Один Биг Дэм сдох из всех. Его не укусил, да? Ну, ты думаешь, среди всей толпы уже убил именно одного человека, когда мы стоим в одном кемпе. Мы не смещены. Нет, это Биг Дэм... Я номер еще не люблю щиты. Это вот... рядом кинулась, и Биг Дэм заорал. Короче, лужа сама кинулась, короче, у лужи Акио, кажется, есть. Получается, Биг Дэм просто решил вайпнуться. Ну, он, наверное, подумал, токен варовский не выпадет с этого трая. Наверное, со следующего. Сейчас нормально будет. Он решил зарофлить, короче, и положить весь рейд. Да, да, он просто все рассчитал, блядь. Ну, знаешь, как анекдот есть про циклопа, блядь. Попадают он на... Он говорил. Просто остальные разбежались, это как с укусом. Он мог бы отбежать, чего башкой подумать. Да, получается, не работает башка. Ну, короче, к циклопу попадают на остров француз, такой русский и немец. Ну и, короче, циклоп им такой говорит. Ну, ставит перед ним бутылку водки и говорит, блядь, говорит, если, короче, ну, три стакана ставят, если поровну разольете, то я вас отпускаю, короче. Если нет, ну, неровно будет, то это, съем вас нахуй. Ну, короче, берет француз, там, начинает разливать, там, взвешивает, блядь, пиздец на весах, там, ебать, высчитывает формулы, блядь, разливает три стакана, блядь, циклоп хуя глазом смотрит неровно, нахуй, съедает, блядь, немец, нахуй, начинает пипетками, там, ебать, просто разливает по капельке, высчитывает, выпаривает, блядь, в котелке, нахуй. Сука, блядь, этот глазом блядь. Смотрит циклоп, нихуя неровно, блядь. Ну и это, съедает его тоже. Ну и русский такой, хуяк. Хуяк открывает, блядь, хуяк, влево-вправо, нахуй. Просто циклоп смотрит, нахуй, ровно, ебать. Да ты чё, говорит, как так, нахуй, получилось, говорит. Да хули ты, говорит, мы, блядь, с мужиками, блядь, в гаражах, нахуй. Да там не то, что, блядь, сожрут, там вообще голову открутят, нахуй, говорит. Если неровно разольешь, блядь. Да ебать. Херовый тебе рассказчик. А, слушай, кто тут нахуй 100 лет? У меня анекдот миллион лет. Details показывает первую смерть, дух воздаяния, он... не засчитывает. Вот он как появился вот в этом духе, вот так и засчитал, что он сдох. Не надо вот это, блядь, вот не говори нахуй. Иди нахуй. Че вы, блядь, хуйню несете всякую? Какой дух еще, блядь? Я тебе говорю про то, что он умер не от лужи. Че ты обрешься? Он умер от лужи, блядь, ну я же видел нахуй своими глазами. Он от лужи умирает, в духа просто... превращается, в детейлсе записывается его смерть. Потом он в духа превращается, ебать. Там люди просто разбежались от этой кучи сразу же. Палки. Получается, не люблю на ДГП дать за то, что Биг Дэма не захилил, не дал ему духа, чтобы он подольше простоял в луже, дал 150 тысяч урона. Да, понятно, не люблю щиты, это ты косячник получается. Ладно, ракал не сейчас. Так, призом. Нет, они просто говорят, что типа Равист убил только одного, я говорю двух. Они в он намного раньше умер, значит, он другой лужи умер. Он умер через 2 секунды после того, как ДБМ заорал, я думал, тени на мне, пошел их выносить. И получилось так, что я забежал в Равист в лужу. Потом, когда вышел, уже поздно. Ладно, но все же это уже намного лучше. Кулак, киньте, пожалуйста. Согласен, намного лучше. Это уже вот. Лучше будет, знаешь, когда мы будем уже пулять. Вот сейчас Рарника и Бидона почему-то здесь нету.
Шкафа тоже нету. Поэтому мы просто как гуси прыгаем здесь, нахуй. Не, ну то понятно, но просто весь рейд тут, а их что-то нету. То есть, почту поставил. Кому там почта нужна? Ладно, сейчас я припоты начну пить. Наверное, может убьем. Нихуя. Но это, оказывается, припоты вы не пьете. Вот 150 тысяч. Это ключ его виноват. Вот они, эти 150. Есть у кого дон на припоты? Так он пишет, то это детейл, кто пил, кто не пил. Сейчас, короче, это... Нет, это припот. Припот. А именно он пишет, как кто пил припот, детейл. А, типа в конце? 8 припотов было выпито. Ну все, все остальные, значит, ГП сейчас получат. Шалфер, Холи Дрим. Раз вы думаете ходить, когда мы добиваем босса до 150 тысяч, 8 человек пьют припоты. Сейчас, значит, все, кто не пьют из этого трая, будут сотку лутать. И так ПКД. Ищите, где хотите. Припоты на квартальных боссов должны быть обязательно. Че, рыба исчезла, да? Поставить вам еще? Вот вам еще, раз вы только что прибежали. Все то же самое по кругу повторяется, так что, ну, я думаю, сложно не будет. Только надо побольше ДПСика дать выжить. Не сдохнуть с укусом, ни с чем. Отчет дается как раз для припотов. Почему вы их не пьете, не знаю. 5, 4, 3, 2, 1. Скажешь там, когда истерия. Песо. Что там, Биг Дэм? Давай, давай, давай. Синтек. Вакин. Денис Фером, секунды, смотрим. Злобный. Вкус и секунда. Берегитесь. Травист злобного реса. Быстренько. Сразу захилить его. Захилить, захилить. Каску лапу пистобав по нему. Thank you.
Еще один укус где? Давакина, смотрите, кто-то каплю ему дайте на взлетке, он с укусом. Давакин как раз с тенями, каплю, всю хуйню по нему. И сдиспелить с него обязательно, кто с антифером пристоит. Антифер по себе обновите, тотем поставьте. Давакина не проебите, он с укусом. Языпку дал. Гимн сдал. Все гимны, всю хуйню сдали. О, гушу. Вот хорошо стоим. Все, сейчас хорошенько хильтесь, сбегаемся, готовимся. Тени только и пакт остается. Укусов 8 штук. Сейчас пакт. Придут. Я спирита буду кусать. Укушу Акису. Быстрее сбегитесь. Все, пакт сносим. Тени секунду. Эльнурио. Тени, отошли, отошли. Все, пиздец. Ну, сказали, тени секунда. Тени секунда. Беги, малышка, беги! Какая жалость. Не повезло. Игнорил, что ли?